يجوز للزوج إذاء الزوجة بالحديث يجوز للزوج إذاء الزوجة بالحديث عن التعدد. Мужьям на самом деле не разрешается каким-то образом причинять обиды своей жене в вопросе многоженства. هذا من سوء العشرة أن يتكلم معها يقول مثلا التعدد وأنه يريد يتعدد وكذا. То есть это относится. هذا إذاء لها ما يصح هذا من سوء العشرة. К скверному этот этот. К скверному нраву, то есть скверному это взаимо этот как проживанию это то что человек начинает поднимать эти темы со своей супругой, да, то есть касательно темы многоженства, это не разрешается. Или, например, начинает упоминать, говорит, вот такой-то вот, вот он мужчина, он вот взял вторую жену и так далее. Или начинает говорить, вот ты порицаешь меня за то, что на самом деле узаконено мне в шариате. Это не стоит говорить подобные вещи. Это происходит из, у нее по той причине, что она это естество ее. То есть естество. То есть она проявляет вот такую, такие вещи и по той причине, что она любит супруга. А некоторые братья начинают говорить своим братьям, да, говорят, вот. Ты трус, ты боишься своей жены и так далее. لا, هذا حسن عشرة. Нет, говорит, это то, что он не поднимает эти темы, это из благого это, طيب, проживания. ماذا да? يريد البيت يكون فقط يعني مشاجرة بين الزوجين? Нам. То есть чего вы тогда хотите, чтобы между мужем и женой все время было вот эти взаимные эти как это распри, да, взаимные распри конфликты? Нам.